Саш. Даже не думай. Ну, если не думать, то легко стать добычей аферистов. А вот заинтриговать и главная задача. Ты умеешь летать? В самолете. А я умею без самолета. Спорим? Вот спорим, я сейчас взлечу в воздухе. Я взлечу. Меняемся местами. А вот. Что ты делаешь? Значит, я тебя накрываю, да? Да неси суши, есть будем. А суши? Сейчас принесу. Отставить суши, накрывай. Да не жадничай уже, хорошо, накрывай. Накрыл? Да. Эх, полетела. Снимай! Огонь. Как тебе мой полет, понимаешь? Как говорится, будьте внимательны, не попадайте в сети аферистов. И тогда в пролете будут они. А секрет простой, перевернуться под пледом.